РЖД назвали стоимость строительства нового офиса. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн» и сейчас подробности. РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя гендиректора РЖД Андрея Старкова сообщает, что инвестиции в строительство нового офисного центра РЖД оцениваются в 50-100 миллиардов рублей. По словам замгендиректора, эта сумма будет вложена инвесторами. Ранее он заявил, что конкурс на разработку концепции здания выиграла японская фирма Nikken Sekkei. Объект будет возведен в районе Рижского вокзала в столице. Вопрос о приобретении здания или его долгосрочной аренды будет решен немного позже, подчеркнул Андрей Старков. Окончательная сумма при этом будет зависеть от архитектурных решений объекта. Пока у меня все. Еще больше новостей из жизни столицы и не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!